Останавливали всех подряд. Законопослушным объясняли цели рейда, а нарушителей наказывали. Я знаю, что обязательный порядок, статья 12.20, гласит о том, что в обязательном порядке. По работе я с одной точки на другую. Вот именно не забывайте об этом. Извините, пожалуйста. Рейд областной проводится во всех муниципальных учреждениях региона. Сегодня проходит профилактическое мероприятие, значит, в личный состав есть задействован не только в первую смену, но и во вторую, и в третью смену. То есть весь личный состав несет службу. Основные задачи ставятся по выявлению водительского нетрезвого состояния, предоставлению преимуществ пешеходов и перевозка детей. За вышеперечисленными нарушениями следили внимательно, но основную задачу – выявление пьяных за рулем – не забывали. Таковых утром в пятницу в Димитровграде не было. После обеда уже начали попадаться, а вот мелкие нарушения димитровградские водители по-прежнему допускают с завидной регулярностью, невзирая на время суток. Татьяна Балнева, Виталий Немов, новости Димитровграда.